Библиотека имени Николая Кузьмича Жернакова представляет обзор книг издательского дома Reader's Digest «Художественная литература». В нашей библиотеке есть большая коллекция сборников художественной литературы этого издательского дома. Сегодня мы расскажем вам о 5 таких сборников. Итак, чем примечателен нам этот сборник? В нем есть мировой хит Чарльза Мартина, который в 2017 году был экранизирован. Наступает момент, когда один из героев говорит: «Я должен ее отпустить, она уже не вернется ко мне. Слишком велико расстояние. На те горы, что выросли между нами, мне не взобраться». «Между нами горы» рассказывает историю любви врача и журналистки. Действительно ли все проблемы влюбленные могут решить вместе? А если нет, то им нужно расстаться. Ответ на этот вопрос вы можете найти в этом произведении. Книги Кристин Ханны пользуются популярностью среди многих читателей, но, к сожалению, даже не во всех библиотеках есть ее книги. В нашей только в сборниках Reader's Digest. У нас есть ее произведение «Зимний сад». Дочки не понимают свою маму. Почему именно так она себя ведет? Мама русская, а папа американец. Став взрослыми, они узнают историю жизни своей мамы. Война, блокадный Ленинград, борьба за жизнь и право жить так, как ты хочешь. Эта книга действительно трогает за живое, меняет ход мыслей. Ее стоит прочитать и даже перечитать. Книги Фэнни Флэг и Адрианы Триджани есть в нашей библиотеке, а вот в таком сборнике вы встретите их произведения под одной обложкой. Другое название, в котором издается «Чудесное Рождество в нашей стране», это «Рождество и красный кардиган». Это самое то, что хочется прочитать перед новогодними и во время новогодних праздников. Есть даже в этом произведении вполне доступные и понятные для приготовления в нашей стране рождественские рецепты. Одно из самых известных произведений Адрианы Триджани в нашей стране – это «Жена башмачника». А здесь вы познакомитесь с не менее интересной историей жизни обычной девушки, сумевшей преодолеть немало трудностей на пути к своему счастью. Наиболее известен из этого сборника для русского читателя книги Кена Фоллета. У него получаются душераздирающие триллеры и прекрасные исторические романы. «Галки» — это шпионский триллер, который рассказывает нам о некоторых эпизодах Второй мировой войны. Книги Тесс Гэрритсон и Джорджа Моэс уже давно покорили сердца миллионов российских читателей. Для тех же, кто хочет познакомиться с их произведениями, не теряя времени на покупку отдельных книг в магазинах или беря несколько книг в библиотеках, есть вполне удобный формат книги издательского дома Reader's Digest. Берите, читайте и становитесь поклонниками их произведений. А писатели, о которых был сделан упор в этом обзоре, уже получили симпатию российского читателя. И в нашей библиотеке вы можете встретить и другие их произведения, представленные уже в именной книге. Те же, о которых мы не рассказали, но они есть в представленных сборниках, тоже достойны внимания. Обратите и на них свой читательский взор
И, быть может, именно они станут вашими верными друзьями в мире современной литературы. Приятного вам чтения!